Герт де Кокере, класс Верпланки, разговоры. Глава, которая называется «Курица и червяк». Был спокойный день. Курица гуляла по двору и искала, чтобы съесть. Как раз в это время червяк решил вылезти из-под земли. Он высунул голову и увидел прямо перед собой глаза курицы. Курица наклонилась, чтобы вытянуть червяка из его норы. «Стой!» – еле успел закричать червяк. «В чем дело?» – спросила курица. «Я не то, что ты думаешь!» – сказал червяк. «Как так?» – спросила курица. «Я не червяк!» – соврал червяк. «Неужели?» – спросила курица. «Нет!» – сказал червяк решительно. Курица снова наклонилась и удивленно посмотрела на червяка. «Нет!» – еще раз сказал червяк. «Я не червяк!» «А почему ты выглядишь как червяк?» – спросила курица. «Потому что, — сказал червяк, — ты думаешь, что я червяк, а если кто-то о чем-то много думает, он начинает в это верить». Курица недоверчиво посмотрела на червяка. Она не совсем понимала, о чем она может много думать и во что может верить. Во всяком случае, раньше ей не приходилось встречать червяков, которые говорили так, как этот червяк. «Ну что? — спросил червяк. — Ты мне все еще не веришь?» Курица слегка наклонила голову на бок и посмотрела на червяка одним глазом. Возможно, она считала, что так лучше разглядит червяка. «Если ты мне не веришь, — торопливо сказал червяк, — то это потому, что ты недостаточно усердно думаешь, что я не червяк. Видимо, курицы не слишком хорошо умеют думать». Курица обиделась. «Я верю тебе! — быстро сказала она. «То есть ты веришь, что я не червяк? — переспросил червяк на всякий случай. «Ты не червяк», – подтвердила курица, закрыв глаза. Червяк облегченно выдохнул. «А, ну тогда кто ты?» – с любопытством спросила курица. Ее клюв снова приблизился к червяку на опасное расстояние. Червяк стал срочно вспоминать, кого не едят курицы. «Да ты и сам этого не знаешь!» – закудахтала курица. «Да ты просто дурак!» «Круглый дурак, то есть длинный дурак!» И курица с высоко поднятой головой пошла своей дорогой. «Я червяк!» – закричал червяк ей вслед. «Ты слышишь? Я толстый, жирный червяк!» Но курица его уже не слышала.